Взрыв бытового газа в Ярославле. Траванули Навального. Протесты в Беларуси. Это случилось только лишь за один месяц. За август коварного 2020 года. Когда я в этом месяце отдыхал. Но все, отпуску конец. Скоро новый сезон абсолютно лживых вестей моего исключительно уникального проекта на Ютубе, благодаря которому я вмешиваюсь в эфире пропагандистов и диктую нагло народу свое единственное правильное мнение. Для того, чтобы не случилось второй волны коронавируса, которая настигнет абсолютно всех вас в ноябре этого года. Ведь Ванга же вам предсказала, что вторая волна еще будет гораздо более разрушительной, чем первая. Еще будут и другие события, которые трудно предсказать, но о которых надо немедленно об этом поговорить. Так что скоро, с 13 сентября, с чертовой дюжины, новый сезон абсолютно лживых тоталитарных вестей. Следите за анонсами и за выпусками моего канала. Спасибо всем за внимание. Пока.